Всем привет! С вами канал Покупочки и Посылочки. Сегодня мы с вами будем открывать вот такую вот замечательную посылку. Давайте же начнем. Я стараюсь быстро делать, чтобы вас не задерживать сильно с этим видео. Потому что у нас будет много видео разных. И здесь у нас, я хочу сказать, пришли резиночки. Вот что-то не могу открыть. Смотрите, какие ребята красивые. Коробка с резинками. Давайте посмотрим, какие и сколько здесь. Вот такие вот резиночки. Здесь раз, два, три, четыре, пять. Смотрите, какие много, как резиночек, да? Давайте буду доставать и показывать. Видите, есть вот такие вот двухцветные. Видите, резиночки? Тут все в основном однотонное, а тут двухцветных. С нами Ярик. Всех приветствует. Вот такие. Если заметьте, в каждом пакетике есть крючок и типсы. Ярик, угомонись. Я знаю, что ты любишь резиночки. Смотрите, какие красивые резинки. Они должны светиться в комнате. Потом вот такие вот резиночки. Вот такие резиночки. Такие резиночки. Такие резиночки. Еще вот такие вот прозрачные резиночки. Еще прозрачные. Вот такие вот более темные. Такие резиночки. Давайте дальше смотреть. Вот еще резиночки. Еще такие же резиночки. И еще резиночки. И еще резиночки. И еще резиночки. Еще. И еще. И здесь еще, ребята, есть вот такие вот 6 крючочков. Смотрите, какие они цветные. И вот такие вот они для плетения. Специальные, но вот просто вот такие вот простые. Некоторые заказывают другие. Здесь у нас бумажка всего сколько и что. Должно быть у нас пакетиков для плетения с резиночками 36 штук. Давайте посчитаем теперь, сколько у нас штук. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, 27, 28, 29, 30. Уже смотрите, как много. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Всего в этой посылке у нас было 36 пакетиков и 6 замечательных крючков. Напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось из этой посылки. И много ли у вас резинок или нет. Всем пока-пока!